Здравствуйте, с вами Ира Мещук, и вы на канале Ира Готовит. А приготовлю я сегодня очень вкусный манник. В миску вливаем 500 мл кефира. Добавляем 2 яйца. Две ложки майонеза. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. И это все смешиваем обычным веничком. В другую емкость добавляю полстакана муки, просеиваю. Полтора стакана манной крупы и стакан сахара. Перемешиваю сухие ингредиенты между собой. Теперь к этой смеси вливаю кефирно-яичную смесь и хорошо это перемешиваю. И отставляю это на 30-40 минут. К растопленному сливочному маслу добавлю пол чайной ложки соды. Масло не должно быть горячее. И смешаю хорошенько. Добавляю тесто и хорошо перемешиваю. Форму смазываю маслом. И выливаю пирог, вернее тесто. У меня форма 26 сантиметров. Разогреваю духовку до 180 градусов и выпекаю 40 минут. Открываю. Какой красавчик! Верну его обратно. Оп. Режется великолепно. Обалдеть. Великолепно. Приятного аппетита! Готовьте вместе со мной, подписывайтесь на канал, делитесь моими видео. Пока-пока!